Это и есть Аникеевский институт. Не звучит неплохо. Но... Вот это видео надо снимать. Ну, точно, да. Это значит желтый, это санкт-петербург. Они вообще не должны спариваться, они должны метать икру, а потом эту икру разваривать. А потом спариваться с икрой. Я никогда не видел, что они были настолько ярко-зеленого цвета. Это может плющи? И самое главное, мы никогда не видели столько в одном месте. Лягушачий круг. Но у них внутри выделяются такие штуки. Она сама происходит. Но для этого нужно одной принести ритуал спаривания. Они спариваются, они угарные, надо заметить. И по цвету как огурцы. Раздуваются такие, как воздушные шарики из батлки. Это надежда. Классно. Видел? Но я никогда не видел, что они были настолько ярко-зеленого цвета. Они как листья, наверное. Сначала такие нежно-зеленые, а потом темнее. Очень кислые. Это одного пола. Вас не накрывают лягушки? Да. Нет, расцветы это те, которые переливаются. Коричневые половины. А это трансфер. То есть, на эти почему они не везде? Потому что не то есть. Миша, ты как вам? Озеро. А у тех, что нет? Вы застеснялись такого... С этим субъективом.